Гасим. С вами Gold Fitness, онлайн-тренировки. Я Потапенко Юрий. Сегодня у нас с вами тайбо. Мы ждали несколько недель этих занятий. Вот вам, пожалуйста, я готов, вы тоже. Что нам понадобится для сегодняшнего занятия? Возможно, мягкое покрытие, если вы немного устанете, и немного воды. Итак, друзья, подготовьтесь, расправьте плечи. Сегодня хорошая погода, хорошая музыка. Поставьте ноги чуть пошире плеч. Дыхание ровное. Давайте подышим. Сделали глубокий вдох. И выдох. Еще раз. Глубокий вдох. Молодцы. Выдох. Отлично. Прыжки с ноги на ногу. Руки перед собой. Передвигайтесь немного в стойке. Фронтальная стойка. Плечо легко на ногах. Пятка не касается пола. Сильный пресс. Молодцы. Руки бокс. Отлично. Вращайте предплечьями. Старайтесь плечо фиксировать. Кисть. Отлично. Руки перед собой, удары. Прямые. Хорошо. Полностью выпрямляйте руку. Переносите центр тяжести. Продолжайте разминаться. Вспомните технику удара. Поворот плеча, поворот бедра. Пятка вверх. Отлично. Готовы к тем. Перед собой, перед собой. Немного подвигайтесь на ногах, сделайте колено. Так, чтобы оно получилось. Молодцы. Отлично. Удар сбоку. Ух, правый, левый. Набрасывайте руку, будто бы вы хотите захватить голову противника. Локтевой сустав чуть выше плечевого. Разворачивайте бедро, подавайте корпус немного вперед. Не забывайте, что пресс в максимальном напряжении. Прекрасно. Готово, внимание. Пям. Все удары перед собой. Работайте плечом. Не забывайте, друзья, все время напоминаю про технику работы плеча. Больше корпуса. Работайте ногами и стойте на месте. Отлично. Апперкот. Медленно. Перед собой удар. Между плечом и предплечьем угол. Где-то 90 градусов, можно чуть больше. Бедро развернуто. Корпус вперед. Пям. Отлично. Молодцы. Дышите, 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 дышите. Сегодня хорошая кардио-тренировка. Работа ногами, руками. Все в полной координации. Два прямых. Два удара сбоку. Два удара снизу. Немного отдохнуть. Еще раз. Посмотрите. Два удара прямых. Два удара сбоку. Два удара снизу. Немного отдохнуть. Прибавить темп. Поехали. И снова отдых. Готовы? И снова отдых. Молодцы. Все вместе. Полностью выпрямляйте руки. Работайте плечом. Отлично. Последний раз. Хорошо, немного размяли плечо. Переходим к ногам. Переменно вправо-левый. Просто подвигайтесь. Шаг колен. Такой базовый шаг. Шаг колена. Держите спину прямой. Сильный пресс. Откройте грудную клетку. Расправьте плечи. Молодцы. Промкик. Побросайте ногу. Носок потяните на себя. Удерживайте прямую спину. Молодцы. Полностью разгибайте ногу, тянитесь. Отлично. Отлично. Раунхаус. Бьем сбоку. Забрасывайте ногу. Хорошо. Отлично. Держите руки перед собой, не разбрасывайте их. Отлично. Молодцы. Снова подвигайтесь в челноке. Фронтальная стойка, руки перед собой. Сейчас будет менять с вами стойки. Вот переменно, правый, левый, все через небольшой промежуток и прыжок. Итак, посмотрите. Правая, фронт, левая, фронт. Поехали. Правая, фронт, левая, фронт. Правая, фронт, левая, фронт. Вперед, назад, фронт. Вперед, назад, фронт.
вперед-назад, фронт. Готовы? Вперед-назад, фронт. И вперед-назад, фронт. Фронт. Вперед-назад, фронт. Отлично. Прекрасно. Последний раз. Продолжаем разминать ноги. Ноги ставим широко. Выпады вправо-влево. Живот тяните. Хорошо. Спина прямая. Постарайтесь опустить пониже. Чувствуйте растяжение. Прекрасно. Пружины только на правой. Только на правой. Не растягивайте бедро, подтянитесь. Отлично. Внимание. Стоп. Отлично, друзья, пружина на левой. Раз пониже. Прекрасно. Да, ниже, 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 ниже. Стоп. Есть. Хорошо, собираем руки-ноги. Все, сделайте глоток воды, настройтесь на основную часть. У нас с вами небольшие блоки, с которыми мы будем с вами работать. Итак, правая стойка, правое плечо. Рука впереди, только джеб. Только джеб. Таз, корпус, подаем немного вперед. Смотрите, центр тяжести переносится. Тянемся. Тянемся. Пальцы сжимаем в кулак. Есть, готовы? Дабл джеб. Два. И отдохнуть. Еще раз. Можно отдыхать с вами в челноке. Вспомните, да? Классовый шаг для отдыха и передвижения. Более профессиональный. Идем дальше. Добавляем уклон. Вправо, вниз. Закройте корпус. Закройте корпус. Хорошо. Отлично. Прикрывайтесь рукой левой. Руку не отрывайте от подбородка. Все вместе. Скручивайте бедро. Еще раз посчитаем. Раз, два, три. Да, немного ускоряйтесь. Движение, уклон. Все вместе. И джеб. Джеб, уклон. Готовы? Джеб. Джеб, уклон. Молодцы. Приготовились. Джеб. Джеб, уклон. Очень хорошо. Все вместе. Джеб. Джеб, уклон. Джеб и кросс. Готовы. Правой. Правый вниз, правый левый. Готовы. Приготовились. Вниз. Все вместе. Готовы. Джеб. Джеб. Вниз. Джеб. Кросс. И джеб. Джеб. Вниз. Джеб. Кросс. Все вместе. Вниз. Готовы. Вниз. Джеб, кросс. Давай еще раз. Вниз. При выполнении движения, которое называется уклон, мы работаем корпусом вниз, немного перекрывая себя. Локоть направляем вниз, колено также. И вот тянем сильный пресс и подготавливаем к удару с вами правую руку. Приготовились. Вниз. Все вместе. Вниз. Давай еще раз. Отлично, идем дальше. Шаг колен. Шаг колен. Держите сильный пресс. Тянитесь колено вперед и вверх. Молодцы. Два колена. Пока только два колена прямо. Добавьте руки. Да, добавляйте руки. Это создаст амплитудность. Так, энергоемкую тренировку наполнить хорошей амплитудой. Молодцы. Все вместе. Очень хорошо. Бей, бей, бей. Друзья, попробуем с вами соединить работу рук и ног. Приготовились. Начало. Вниз. Шаг, два колена. Очень хорошо. Отдыхайте в челноке. Еще раз. Вниз. Шаг, два колена. Отдыхайте. Прекрасно. Поехали. Шаг, два колена. Супер. Давай, еще раз. Вниз.
Отлично. Все вместе. Забываем дышать. Еще раз. Вниз. Выкладывайтесь по полной. Выкладывайтесь по полной. Все вместе. Вниз. Не останавливайтесь. Музыка и так, ну, очень медленно. Последний раз. Молодцы, очень хорошо. Сделайте глубокий вдох. Возможно, глоток воды. Друзья, поменяйте стойку. Кто не отдыхает, только джеб. Один. Тянитесь вперед. Вкладывайте корпус и плечо. Молодцы. Небольшой шаг. Совсем небольшой. Отлично. Два раза. Готовы. Дабл джеб. Отдохнуть. Снова подвигаться. Хорошо. Все вместе. Да, бьем, бьем, бьем. Еще раз. Внимание, будет уклон. Готовы. Джеб, джеб и уклон. Уклон влево-вниз. Раз, два. По диагонали. Перекрываясь рукой. Подтягиваю корпус, разворачиваю бедро, смотрит перед собой. Всегда закрываем себя руками. Готовы? Все вместе. Молодцы. Еще раз. И джеб, джеб. Вниз, джеб, кросс. Внимание, я добавлю следующий.
Очень хорошо. Последний раз. Отлично. Поменяйте стойку, сделайте глоток воды. Продолжаем дальше. Внимание. 5 прямых ударов. В левой стойке. Все в хорошем темпе. Считайте. Еще раз. 2, 3, 4, 5. Готово. Все вместе. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5. Еще раз. 4, 5. Давай, 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 не отдыхай. Все вместе. Как насчет уклонов? Отлично. Уклоны делаем медленно для начала. Приготовились. Начинаем. Раз влево, раз вправо. Работает бедро. Скручиваем корпус. Все вместе. 2, 3, 4, 5. Влево, вправо. Очень хорошо. Темп. Отлично. Давай еще. 4, 3, 2. Приготовились. Закрывайся, закрывайся. Плечо, локоть, прижимай. Немного округляй спину. Отлично. Последний раз. Все, внимание, друзья, добавим сайдкик. Помните, это под шаг и удар в сторону. Точно в сторону. Молодцы. Давай. Помните, да, стопа на ребро. Такое положение. Прямой ноги. Мы стараемся зависнуть немного и перешагнуть. Возможно, ноги у кого-то уже не поднимаются. Это нормально. Выше, 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 выше. 2. Последний. Собираемся. Руки плюс ноги. Вся связка вместе. 5 ударов и 1 сайдкик. Приготовились? Все вместе. Руки. 2, 3, 4, 5. Вон, 2. Сайдкик. Очень хорошо. Приготовились? Давай. Молодцы. 45 градусов удар перед собой. Круто! Поехали! Хоу! Руки. Ноги. Очень хорошо. Готово! Руки! Ноги. Угу. Есть! Последний раз. Уклон. Прекрасно. Хорошо, можете сделать глоток воды. Чонгбок, вот сейчас нам понадобится с вами мягкая поверхность, либо просто работайте на жесткой, небольшая партерная часть. Это была последняя связка. К завершению подходит наше занятие. Нам нужно сейчас с вами подготовиться. Итак, внимание. Правая нога. Ставим перед собой. Колено, опора, живот. Тянут руки. Работаем только левой. Кросс. Бьем в диагональ. Смотрите перед собой. Закрывайте корпус правой рукой. Не опускайте руки. Больше корпуса. Сильный пресс. Да, очень тяжело, конечно же. Если ноги не работают, зафиксируем корпус. Мы сейчас дадим практически всю нагрузку на руки, на плечевой пояс. Но, к сожалению, это будет очень эффективно. Готовы? 4. 3, 2. Отжимайся. Я буду отжиматься сразу с колен. Вам же рекомендую, потому что нам нужно будет подставлять одну ногу. Это можно делать, конечно, с прямых ног. Кто готов? Идем дальше. Не совсем классические отжимания.
можно даже немного поработать кипингом волной вниз и сразу шаг. Вот поэтому я начал именно с колен, друзья, чтобы вы могли понять уровень, да, подготовки, который должен быть, к которому вы должны стремиться. Итак, внимание, друзья! Нога левая по поле живот, тянут сильный пресс, работаем корпусом. Не отдыхайте, отдыха еще не было. Мы не работаем практически бедром, да, мы зафиксировали бедро, работаем руками, плеча по максимуму. Еще немного остается времени, но много упражнений. Хорошо, то, что нужно. Готовы, друзья? Отжимаемся. Я сразу начал отжимание с колен, опять же, будем подставлять ногу. Кто любит хард, пожалуйста, с прямых ног. Идем дальше. Помните, да? Ниже. Отжимание можно делать кипингом. Поехали. Вниз. Я вам хочу сказать одно, что сейчас мы с вами постараемся соединить оба упражнения вправо-влево. Итак, правая нога. Четыре удара. Три. Два. Меняйте ноги, бейте правой. Четыре удара. Отжимаемся, меняем правую и левую. Четыре отжимания, друзья. Вот такой кат. Готовы? Стоп планки. Стоп планки. Прекрасно. Держим сильный пресс, живот втянут. Очень тяжелейшее упражнение. Бьем перед собой только руками. Лучше вытянуть плечо, немного потянуть, сделать опору с четырех точек на три. Темп. Сильнее. Выкладывайся. Тайм-аут. Хорошо, положение сидя. Мягкая поверхность, глоток воды, совсем немного пресса. Сразу предупреждаю, пресс у нас будет с полным подъемом. Это не совсем в том формате, в котором мы работаем всю жизнь. Вот такой полностью вниз и полностью вверх. Все через круглую спину. Вспоминайте принцип пилатеса. Позвонок за позвонком. Хорошо. Обезопасьте себя. Правой-левой. Поехали. Левой, правой. Очень хорошо. Боковые удары. Набрасывай, набрасывай руки, дыши. Опирайся ногами, таз неподвижен. Удары снизу. Снова вниз. Снова вниз. Пятая точка. Держим баланс. Все удары, которые мы знаем руками, нам сейчас нужно поработать с вами именно в этом положении, практически бой с тенью. То есть своеобразная самостоятельная работа. Тот, кто любит не слушать тренера, делать так, как ему хочется, пожалуйста. Вот вам это положение, и в этом положении делайте то, что вам хочется именно руками. Любые удары из карате, из тхэквондо, из айкидо, как хотите, карате-санда, все что угодно. Молодцы. Полминутки.
поработать с прессом, поработать координацией, а не ровные, выпрямить спину, подержите. А теперь все вместе. 3, 2, 1. Пружина. Пружина на пресс. Складка. Малая. 4, 3, 2. Все. Тайм-аут. Бойцы. Тайм-аут. Положение сидя. Глоток воды. Много отдохните. Вдохните, выдохните. Расправьте плечи, сделайте глубокий вдох. Потянулись, выдох. Давайте немного подтянемся. Правая рука вверх. Сделали вытяжение. И немного наклонитесь в сторону, влево. Хорошо, делаем вдох. Дышали, выдох. Внимание, левой рукой вверх. Вытяните себя. Потянулись и выдох. Очень хорошо. Прогнулись в грудном отделе, расправили плечи, посмотрели перед собой. Лопатки вместе. Класс. Ноги широко. Двумя руками вперед. Оттяните заднюю поверхность бедра. Много было нагрузки. Пока сейчас разогреты мышцы, можно хорошо вытянуться. Тянитесь. Вытягивайте спину. Живот тянут. Двумя руками вправо. Отлично. Двумя руками влево. Кресло. Растянули грудные мышцы, растянули широчайшие мышцы, округлили спину, сделали вдох, выдох, правое, левое. Друзья, вы молодцы, всем хорошего настроения, много сил. Старайтесь быть с нами, Gold Fitness онлайн-тренировки. Всем пока, отличного настроения.